Ну вот все-таки переселили петушков. Вот они себя так ведут. Тут вообще они себя ведут безобразно. Дергают вот это вот белое. Видите, уже перелетает. Уже улетать пытается. Вот. Надо прикрывать побольше, потому что они наглые у нас стали. Уже все, уже улетать хотят. Вот один у меня сейчас выпрыгнул вообще из брудера. Хочется побольше походить, пока недолго. Сейчас им еще еду поставим. Вот. Здесь у нас будет темный угол. Скорее всего, туда положим сено. Так как они сейчас еще катаются по картону. Картон не размягчился до конца. Вот. А сейчас вот, сделал им чектоник. Вот у них зеленая лыжа. Вот видите, уже все, уже стремятся. Видите, только вот, приходится двери закрывать и все наблюдения проводить через окно. Потому что они у нас наглые. Поняли, что у них свобода появилась. И все, начинается вот это вот. Видите, что-то находят где-то, ищут и так далее. Вот. Картон-то скользкий, поэтому как бы не очень. Ну, как вариант, можно верхний слой картона, точнее, один слой картона оторвать, будет получше ходить. Вот, сено пока еще не положу, но положу все равно. Ну вот, просто не под лампу, чтобы не перегревалось. А так, вот они, дикошары у нас стали вообще. У них я дикошары цвод, они у нас дикошары цыплятки. Вот. Ну, сейчас пойдем за едой, еду им принесем и накормим. Видите, все что-то ищут, все интересно. Кто-то один что-то нашел и начинается. Но здесь у них места побольше, поскакать, попрыгать, полетать даже есть возможность. Вот, поэтому это даже лучше.